В составе мобильных групп санитарные врачи, полицейские, работники акиматы и представители палаты предпринимателей. Они проверяют все общественные места, независимо от форм собственности, на соблюдение правил противоэпидемического режима. Соблюдение дезинфекционного, санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима. Вот мы сейчас в данное время находимся на рынок на 6-м, да, центральном рынке. Работа основная организована, отдельно вход все как бы есть, но еще отдельный вход, который есть нарушение, именно отсутствие антисептика, это санитайзера. Мобильные группы созданы 3 дня назад. Начинали они с разъяснительной работы с бизнесменами. После предупреждений перешли к карательным мерам. Как итог, уже 27 составленных административных протоколов. Сотрудникам полиции составляются материалы о возбуждении административного материала по статье 462, часть 3. Но после этого материалы передаются к нам и дальнейшее будет направлено в суд. Для предпринимателей, не исполняющих постановление главного санитарного врача области, предусмотрены санкции в виде денежного штрафа от 280 тысяч до почти 1,5 миллиона тенге. Злостным нарушителям и вовсе грозит приостановление деятельности или административный арест. Екатерина Чеснокова, Владимир Пороховой, новости Темиртау.